Что делать, если зимой температура падает не только на улице, но и в квартире? С такой проблемой столкнулись жильцы дома номер 17/4 по улице Космодемьянская. Управляющая компания «Паритет» обслуживает дом первую зиму. При поддержке администрации округа причину возникновения проблемы удалось установить. По словам технического директора управляющей компании «Паритет» Роберта Макаряна, установленный застройщиком один теплообменник не мог обеспечить теплом дом в должной мере, потому организация закупила за собственные средства дополнительные оборудование и приступила к его установке. Огромное спасибо администрации за поддержку и оказание помощи на всех этапах. Сейчас мы проводим монтаж этого оборудования. Задача у нас стоит так, чтобы дать нормальное тепло людям. На теплообменник с комплектующими организация потратила более 500 тысяч рублей. По словам специалистов, сборка и установка оборудования займет несколько дней. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.